знаменитая львовская опера. Кто-то там ковыряет, ковыряет. Вы меня возьмете в кадр. Вот какой крутой набор для доктора. Давай возьмем. Булку хлеба себе заказал или что? Это, а внутри? Это тебе булка хлеба. Ряда, зачем платить больше? Зачем ехать в какую-то Сицилию? Кто знает куда? И смотреть на эти ободранные улицы, если у нас такая красота под боком. И сегодня мы будем во Львове. Канал Супермакс, родители разговаривают, а Супермакс спит. Все, он даже закрыл глаза и не хочет общаться. Вот откуда тучи берутся. Вот так вот они появляются. Сейчас этот бар пойдет дальше вверх и сделает огромную-огромную тучу. Я все вижу. Все видишь? Ава! Что там, проснулся? Да, как настроение? Мы же забыли самое главное. Что? Ачечи. У них же были модные ачечи там. Если не ошибаюсь, по-моему, вот такая же точно коробочка. А, точно, да, рыб. У нас там уже такие есть. Ну, пока одевать не буду, пока еще рано. Да, только солнышка нету. Вот такая у нас тут красота. Это вам... Не Сицилия, а горы Карпаты. Да. Повернитесь, пожалуйста, налево. Это Доминикская. Львовская. Опера. Да, это знаменитая львовская опера. Максим почти выговорил. Да. Смотрите, какая красота. Максим даже не был, смотрел спектакль, только у мамы в животе. Да. 4 года назад. Можно побегать вокруг фонтана. О, это он любит бегать вокруг фонтана. Молодец! Дай 5. Опа! Да, цивилизация уже сюда добралась. Папа, папа. Что? Ты видел, какие тут улицы красивые? Да, тут красота прям. Зачем заехать в Сицилию, как мистер Макс? Тут какая красота. Ну что, пошли дальше смотреть? Какой-то алхимик тут завелся. Что-то там ковыряет, ковыряет. Это дядька какого-то текстуру варит. Да, что-то интенсивно он там варит. Какой зачарованный. Ага. Уже, наверное, какой-то микстуры принял. О, тут еще ездят эти лекарства, видео. Конвейер такой. Папе, дно работы. Да? Иголка, дно работы. А, прикольно. Иголки, вид заздрости. Они вот это прячут. Вид жадности. Они сюда прячут. Хорошую микстуру он там делает. Такая буква М и мне знакомая. Макдональдс! А, я тоже хочу Макдональдс. Максим решил позавтракать в Макдональдсе. У нас в Карпатах нет Макдональдса. Да, пришлось во Львов в Макдональдс ехать. Да, Максим, нам куда?
Туда? Да. Ну, погнали. Что ты делаешь? Скажи, Максим, я дома так каждый день молотком все реставрирую. Телевизор, да? Тумбочки. Так что ты тоже у нас, Максим, реставратор. Папа, дай мне молоток побольше, я тоже буду дом реставрировать. Да, что-то не очень хочется потом. Не такой же старый дом. Да, чтобы его уже так портить. Ох, смотри, Максим, сколько там голубей сидит. Они что-то не сильно разгоняются, они больше Максима разогнали, чем сами. Подходи. Не боятся они тебя, да? Нет, боятся, они разлетают по разным сторонам. Сейчас они соберутся. И ты опять? Да. По новой? Я здесь тоже. Сейчас они, Максим, все как взлетят, да как отомстят нам сверху бомбочками. Небольшой перерыв на сон. О, Максима любимый магазин. Магазин игрушек. Нет, магазин сладостей. Карамели. Карамели? Да, карамельный поезд. Хочешь карамельки? Ну, пошли. Купим что-то. О, смотри, какие прикольные, Максим. Маленькую будешь? Маленькую? Или большую? Бабушка была маленькая. Давай сверло. Вот это сверло? Так вот это. Будешь язык сверлить? Это облизывать. А, это облизывать. Это карамелька. Ну как конфетка? Вот это сверло. Рассверлил язычок сладкой конфеткой. Максим, ты что там делаешь? Папа, где рельсы? А, как он ездит? Ты рельсы ищешь? Да. Нет, это такой экскурсионный поезд. Он ездит по дороге на колесиках. Ну что? Вперед на ратушу. Будем смотреть львов с высоты птичьего полета. Ну, погнали. Ого, вот так высоко надо подниматься. Ой-ой-ой. Сколько это? Маленькая дырочка. У тебя хватит сил? Хватит. Точно? Точно. Ну, давай, начинай. Если не хватит, то у него есть... Лифт ручной. Ездовой папа. Ездовой папа, да. Надеюсь, это уже конечное? Нет. Нет? Ого. Что там, Максим? Часы. О, ничего себе, часовой механизм. Механизм. Ого. Здоровый такой. Как какой-то двигатель от паровоза прям. Тут еще ступеньки. Ого. Я думал, тоже все. Все, выбрались, Максим. Мы это сделали. Мы это
и сделали. Да, теперь можно посмотреть на такую красоту. С высоты птичьего полета. Максима дырочка. Для просмотра. О, мы вот там отходили. О, там наша машина, кстати, где-то припаркована. Это же та парковка, по-моему, где мы стоим. Вот там где-то наша машинка. А не надо там спускать, Максим, а то там людям попадет. Он хочет монетку туда бросить. Точно. Нет, да. Максим, там монетку нельзя бросать, там же внизу люди ходят. Меня возьмете в кадр. Ой, солнце светит. Светит он. Колокольчик там. Да. Колокольчик. Маленький колокольчик, маленький колокольчик. Большой колокольчик. Где колокольчик? Вон. Целое какое колоколище. Колоколище. Вот этот колокольчик там огромный. Чуся большой. Дядя, дай велосипед показаться. Ты кому пристаешь там? Это же памятник, Максим. Велосипед металлический, он не катается. Ты бы еще к вот этой тетке поприставал, Максим. А знаешь, где мы были? Где? А вон аж там, высоко. Вон аж там, наверху мы были. Аж там, наверху были мы. Да, Максим красавчик, сам поднялся, сам спустился. Да. Да, красивый палац. Палац графа Потоцкого. Папа, пошли ближе посмотрим. Пошли. Опа, привет. Нарисовал. Детки нарисовали. Это такая выставка детских рисунков под открытым небом. Красиво? Красиво. Да, классно детки нарисовали. Красиво. А вот мы и пришли в еще одну достопримечательность Львова. Палац Святого Юрия. Максим живчик сегодня. У мамы и папы уже силы закончились. А Максим все бежать и бежать. Он мне помогает. Подталкивает на горку. Не, я за тобой бежать. Я под горкой не бежит. Не бежится под горку? Встретимся наверху. Или на той стороне? Ну давай. А ты с другой стороны? Да, я с другой стороны. Папа, что? Хватит снимать, я уже проголодался. Да? Я хочу чего-то вкусненького. Да? Ну пошли, поищем что-то вкусненькое. Погнали искать вкусняшку. Обедать. Мама, обедать пошли. Обед, погнали. Горки. А что ты, Максим, себе такое заказал? Что, булку хлеба себе заказал или что? Это, а внутри? Это у тебя булка хлеба с сюрпризом. С горстиком. Ничего себе, прикольно. Ой, ветра.
С крышкой даже. Мы с мамой по мясу. Как положено. Да. Мама, ты помнишь, как называется твое блюдо? Накряк. Не, нахрюкал. Дохрюкались. И дохрюкались. Прикольно. Борщ прям в этом самом. Да, я думал, ты, Максим, себе кусок хлеба заказал. Булку хлеба, да. А это что? Вот это. Мяско. Ну, оно еще и с мясом, да, ничего себе. А вот это красота. Это не мясо, это сметана. Сейчас батарейки зарядим свои. И там вперед. Можно сразу хлеб оттуда отколупать. Прикольно. Сразу на ложку с хлебом. Как этот, как у тебя суп, это с сухарями был или борщ с сухарями? Такие это. Открывай рот. Летит ракета. Ой. Ой. Спасибо. Ну, давай. Я сейчас покушаю и поедем в огромный центр. А, точно, да, чтоб игрушечки купить. Как же без игрушечек? Мама, дай монетку, я фонтанчик. А нам кофе. Мне надо все. А капучино есть? Я капучино. Два капучино? Да. Ага, спасибо. Ну, у тебя целое жменье. Покажи, сколько у тебя монета. Бросай за 100 тысяч подписчиков. Потом за миллион. Вот за 100 тысяч пошла монетка. Мама, ну проверь, уже 100 тысяч подписчиков. Да, миллион. За миллион пошла монетка. Оба, с разгона пошла за 3 миллиона. Ты так мелко берешь, два, за 3. Сюда. Да. Куда ехать собрался? Наверх. А что там? Магазин игрушек. Большой магазин игрушек? Смотри, смотри, как подниматься. Не страшно? Нет. Как? А так? Погнали, выбегай. Вот они. Что, будем выбирать? О, пушки. Ого, какая пушка. Тут с барабаном прям такая крутяцкая, да? А смотри, какая пушка без барабана. И надо, ну, надо еще поискать, куда вставлять патроны. Куда патроны? Наверное, в ствол сразу вставляются патроны. Куда? В ствол сразу. Где? Смотри, а вот, вот, прям на тебя смотрит. Вон, вон, Максим. А, вот. Классно? Лестница. Берем? Берем пока. А как крутить барабан? Вот так вот. Так? Доставай. О, это что-то знакомое тут стоит, Максим. Ты видел? О! Не, он самое последнее. Это моя. Да. С твоего наборчика. Грузовик есть на кнопку. Вот вся серия прям этих самых есть полностью. Хватайте? Да, прямо в сундуке. Ничего себе. А это хотели. Открывается там что-то? А, тюрьма. Это даже... А как уловить этот вертолет? Вот это военничек. Не знаю, он огромный такой, как его словить? Он же сам взлетает, сам летит. Ага. Ого, какой крутой набор для доктора. Давай возьмем. Ты будешь играться в доктора? Да. Тебе нравится? Да. Ну давай, раз тебе нравится, берем тогда. Бери. Смотри, тогда можно переносить, мама. Ручка. Да. Бери за ручку, пошли. Вот там за ручку можно как машинку, как да. Чемодан. А, смотри, он классный. Что там? Наверное, снимается этот чемодан и чемодан. А, и можно на машинку, да, ставить. Можно на машинку. А, типа приехал, чемодан снял и пошел, наверное, да? Будем брать! Ну все, мама, неси. Мама будет носильщиком. Еще что-то будем брать? Да. Ну пошли посмотрим, что еще тут есть.
О, а там смотри, а такой же еще есть полицейский. Видела? Такой же самый. Угу. А вот он, вот тут хорошо видно. Такой же набор, только полицейский. Ну, Максим всегда хотел доктора. Да. Что, пошли еще посмотрим, что еще есть? О, грузовичок такой, как у тебя. Ну да, как Максим его называет, Лёва грузовичок. Лёвка. А это? Мусор, мусоровозка, Лёвка мусоровозка. Такие огромные машины. И на Алиэкспресс. О, давай вот этого. О, Максим, это какой диафильм, как у тебя, да? Вот это, смотри. Это ж этот, диафильм или нет? Или просто фонарик? Нет, это компас. Нет, просто фонарик. Да. А, просто фонарик с компасом. Хочу вот это, вот это. Бинокль хочешь? Да. Ну, бери. Опа, на бинокль. Бинокль нам. Да? Да, бинокль, да. Щенячий патруль. Классно. А что это? Бинокль? А, не бинокль, да. Бери. Ой, ну это для девочек отделы. Тут всякие свинки Пеппы. Привет. Ну что, у Максима есть этот паровозик. А, точно, да, он даже обзор на него снимал. Только у Максима не работала та штука, тут тоже не нет, работает. Нет, она вот так нажимал. Тоже не работает. Не так как у Максима. О, тут целый набор свинки Пеппа. Какие он штуки, целый деревья дом. Даже он какие-то он даже дом. Есть. Ничего себе. Пойдем подарок. Карточку еще достать. Не тяжело? Ну что, скупился? Да. Классно набрал? Что, помочь? Давай помогу. Тяжело. Первый раз вижу, чтобы на открытом пространстве был каток. Как он не тает, интересно, у них? Чуть-чуть подтаивает. А, да, он лужа получилась. Что, Макс, может, на коньках погоняешь? А? Максим, на коньках будешь гонять? Или уже сил не осталось? Не слышу. Сил почти не осталось. Сил почти не осталось. В центре торгового центра выросло дерево. Это дерево, это не лавочка. Это настоящее? Да, смотри, какое огромное. Можно тут полежать. Нет, это игрушечная. Игрушечная? Это пластмассовая. Наша машина. Да. Что, нагулялись? Нагулялись. Едем домой? Да. Как у тебя впечатление сегодня? Класс. Лайк и подписывайтесь на канал Супер Макс. Пока-пока. Пока-пока.